метро Площадь Революции. Знаете, здесь такое место, куда приходят все студенты, приезжие, потереть нос собачки. Натертый до блеска петух. Все подходят и трут морду. Обычно на этой площади больше всего фотографируются людей. Вот смотрите, все подходят. Очень многие прикасаются к морде. Смотрите. Вот такая традиция есть в Москве. Студенты на удачу на экзамене. Кто что просит. Видите, всех возрастов люди подходят и трут морду собаки. Вот такая достопримечательность есть в Москве. Кто еще не был в Москве и собирается, приезжайте на Площадь Революции. Эти собаки с двух сторон, по обеим сторонам платформы находятся. Очень красивая станция, одна из старейших. Поезд находится здесь. Все, видите, по очереди. Забавная, милая традиция.